Дорогие друзья, сегодня я хочу рассказать вам о скрипке как инструменте джаза. И поверьте мне, что это отдельная история и отдельный разговор. Как правило, известно, что на скрипке научиться играть можно лишь в самом раннем детском возрасте, приблизительно 4, 5, ну, 6 лет. И, скажем, взрослый человек, наверное, с большим трудом смог бы освоить скрипку. Во всяком случае, я такого не знаю, таких примеров. Дело в том, что игра на скрипке, это связано в основном с рефлексами, с рефлекторной деятельностью человека, поскольку заняты две руки. С одной стороны, поиск нужной ноты на струне, с другой стороны, извлечение звука правой рукой смычком. И все мы, те, кто начинали играть на скрипке, попадали в руки хороших преподавателей, которые, во-первых, учили нас правильно держать инструмент, во-вторых, правильно держать смычок, и затем уже, пользуясь двумя руками, извлекать красивый, правильный, характерный для скрипки звук. И это, конечно, с детских лет приходит в постоянную привычку извлекать звуки и играть только таким способом. И здесь я хочу коснуться интересной мысли о том, какова же все-таки скрипка в джазе. Ну, например, мы открываем энциклопедию, Всемирную энциклопедию джаза, и находим там сотни, тысячи известнейших и лучших саксофонистов, трубачей, пианистов, гитаристов, даже очень много барабанщиков, исполнителей ударных инструментов, контрабасистов. И, как ни странно, вы можете это проверить, и буквально какие-то десятки, может быть, если не меньше десятка скрипачей, известных в истории джаза, знаменитых джазовых музыкантов. В чем же интересно здесь зарыта, так сказать, собака, будем говорить так? Почему так происходит? Вы знаете, я интересовался биографиями многих великих джазовых музыкантов и часто встречал следующее. В детстве играл на скрипке, но почему-то стал знаменитым и известным одним из лучших саксофонистом или трубачом, или даже гитаристом, а скрипка почему-то потом уже отсутствует. Крайне редкие примеры, когда скрипка использовалась великими джазовыми музыкантами. Ну, например, Рэй Нэнс, трубач и скрипач, и к тому же вокалист оркестра Дюка Эллингтона. Это, скорее всего, редчайший пример. А в чем тут дело, я могу объяснить на своем собственном примере. Когда я стал интересоваться джазом, и меня привлекали звуки саксофона, джазового фортепиано, даже контрабаса, но только не скрипки, а играл я на скрипке. Я учился в десятилетке при консерватории и играл классику. И когда я заинтересовался джазом, приблизительно в возрасте уже 10, 12, 13 лет, и услышал именно эти инструменты, такие как саксофон, опять же, фортепиано, но я почти что не слышал скрипки. И что удивительно, все, что я смог даже воспроизвести на фортепиано, поскольку на фортепиано я тоже учился играть, я пробовал то же самое сыграть на скрипке, но это почему-то не звучало. Я тогда не понимал, почему. А теперь прекрасно понимаю. Дело в том, что извлечение звука на скрипке, оно остается таким, как тебя научили с детства. То есть так, как скрипка должна звучать в классике. И здесь мы встаем перед другим вопросом. А в чем, собственно, разница между классической музыкой и джазовой музыкой? И я, конечно, знаю ответ на этот вопрос. Здесь вся разница в специфике звукоизвлечения. Кто пришел впервые в джаз в Новом Орлеане во времена Луи Армстронга и до него? Это были музыканты из духовых оркестров в основном. Они играли так, как принято играть в духовом оркестре, то есть почти что академическим звуком. Но, послушав трубу и корнет Кинга Оливера, это первого учителя Луи Армстронга, и самого Луи Армстронга молодого, мы слышим, что труба звучит совсем не так, как в классике и в духовом оркестре, с каким-то другим новым тембром, с каким-то новым чувством, не характерным для джаза. Так вот, таким образом, между прочим, как ни странно, пришел в джаз и саксофон. Ведь
саксофон, изобретенный Адольфом Саксом, в 1840 году долго не мог найти своего места в музыке и служил как бы дублером инструментов в духовом оркестре, находясь за медными духовыми инструментами, за тромбонами, за трубами, корнетами, но никогда не были на первом плане. Тембр не тот. Но заметьте, какова же история саксофона. Он стал лидирующим инструментом, когда мы говорим о джазе, и даже символом джаза. За счет чего? За счет того, что тембр звучания саксофона извлечен. Он изменился в тот момент, когда попал в руки джазовых музыкантов. И хотя бы такого великого человека, как Сиднея Бише. Так вот, все дело в том, что принцип звукоизвлечения совершенно разный и требующий джазового ощущения. От чего это зависит? Можно ли этому научить, можно или нельзя? Мне трудно сказать. Я на своем примере скажу вам, сколько в своей юности я пытался играть джаз на скрипке, мне не нравилось, как он звучит. Я извлекал звук так, как меня учили классики. А этот звук не соответствовал джазу, я это слышал. И потому бросил свой инструмент, когда закончил образование, на шкаф, играл на контрабасе, играл на фортепиано, потом стал играть на трубе и так далее, потому что мне казалось это более джазовым. Но могу вам сказать следующее. Когда я услышал Стефана Граппелли, он большого впечатления меня не произвел. Я понимал, что это очень красиво звучащий инструмент, такой с импровизацией, с таким тем-то напоминавшим мне о джазе, во всяком случае, но больше мне как бы казалось, что это похоже на цыганскую музыку. И поэтому мне не хотелось идти по этому пути, пока, наконец, один из моих друзей не спросил меня, почему я не играю на скрипке. И я сказал, что я не слышал примеров, скрипка в джазе не звучит, говорил я. А он ответил мне, а ты слушал, как играет Стаф Смит? Нет, я говорю, никогда не слышал. Но в те времена не было ни пластинок, ни интернета, и не был человек, который мог бы, скажем, тебе показать. И он пригласил меня домой и поставил мне пластинку Стаф Смита. И я услышал, что, оказывается, скрипка может звучать совершенно по-другому. Не так, как в классике, и не так даже, как у Стефана Граппелли. И это меня, конечно, побудило к тому, что я должен был заново осваивать этот инструмент, применяя совершенно другую технику, конечно, опытным путем. Мне хотелось, слушая записи Стаффа Смита, добиться такого же звучания скрипки. То это то, чем занимаюсь я и сейчас. Ну, а сейчас я вам проиллюстрирую, что я имел в виду. Например, мы возьмем знаменитую композицию великого Дюка Эллингтона «Атласная кукла», «Satin Doll» она называется. Ну, я думаю, многие джазовые музыканты ее знают. Вот если бы я хотел бы, чтобы мне кто-то из скрипачей, закончивших консерваторию, прекрасно исполняющий Паганини или концерт Чайковского, сыграл бы мне эту мелодию. Я написал бы ноты, так как написал ее Дюк Эллингтон, и попросил бы его сыграть. И причем при том сыграть вместе с джазовым ритмом. Я имею в виду контрабас, ударный и фортепиано. Что мы сейчас и сделаем. У меня есть такая фонограмма, минусовка, где играют джазовые музыканты очень хорошие. И как бы сыграл человек, который закончил высшее образование по скрипке у знаменитого профессора и стал лауреатом даже международного конкурса. Он бы сыграл приблизительно так. Сейчас я ставлю эту фотограмму, мы слушаем с вами. One, Вот так прозвучала первая половина этой темы, если бы это сыграл любой замечательный, один из самых лучших скрипачей, будь кто угодно. Потому что я сыграл так, как учили играть на скрипке, как она должна учить классики. Ну, а я надеюсь, вы слышали, наверное, это понимаете. А сейчас я сыграю, опять же, дальше продолжение этой темы, другими штрихами и другим звуком, характерным как раз для джаза.
Обрати внимание на это. Я думаю, что вы заметили, наверное, разницу в штрихе, в звучании и подходу к тому, что я играю, к этой мелодии. Но дело в том, что здесь имеет большое значение некоторые важнейшие компоненты, как то ритм, ощущение ритма, и свинг. Но английское слово свинг означает качение, качали, качели, раскачка и так далее, да? Вот классический музыкант, играя этот нотный материал, он играет без свинга, он с чувством, как учили его играть. А дело в том, что именно чувство свинга, раскачка этих четырех долей, ведь потому что мы считаем, что в такте четыре доли. Раз, два, три, четыре. Приблизительно такой темп. И вот раскачка этого размера, причем оставаясь в этом же времени, в котором заключены эти четыре четверти, мы как бы немножко качаем ритм, мы не играем с небольшим как бы отставанием. Здесь нет никакого умышленного подхода, потому что рассчитать на линейке это невозможно. Это лишь то чувство, которым либо музыкант награжден, либо он никогда этого не достигнет. Потому что именно этим джазовое искусство и вошло в жизнь. За счет ощущения, нового ощущения ритма. Хотя темп и четыре четверти остаются такими же, как у любой другой музыки, тем более классической, но ощущение этих четырех четвертей для джазового музыканта становится несколько другим. Потому что он раскачивает как бы ритм даже своей мелодии, когда ее исполняет. Вот я сейчас еще раз вам продемонстрирую это вместе с фонограммой. Надеюсь, что вы заметили, как я специально, даже слегка, немножко утрируя, но вообще это чувство для меня абсолютно характерно, потому что именно за это-то я и полюбил джаз. За эту раскачку звука. На чем бы ты ни играл? На трубе или, конечно, на фортепиано, или на скрипке. Дело в том, что без свинга эта музыка становится безжизненной. Недаром великий Дюк Эллингтон сочинил свою знаменитую композицию «It don't mean a thing, ain't got a swing», которая называется «Не думай, что это вещь, если в ней нет свинга». Правда, что это уже не вещь. Если без свинга сыграно, то вот так, как я вам демонстрировал в своем первом примере, просто сыграл ноты, но без этого чувства свинга. Свинг – это раскачка, безусловно, что является, безусловно, обязательным для вообще представления о джазе. Конечно, в современном джазе происходят большие изменения, и многие современные музыканты, особенно европейского происхождения, пытаются исключить это обязательное ритмическое чувство свинга, заменяя это фантазией, импровизациями и многими другими элементами музыки. Но все-таки прав был великий Дюк Эллингтон, что когда мы говорим о джазе,
И если мы произносим слово джаз, то там, конечно, должно быть чувство свинга. Ну, конечно, сейчас я хотел бы закончить свою небольшую эту лекцию о роли скрипки в джазе тем, что, конечно, этот инструмент очень тихий, но сегодня, в наше время, когда существует много способов усиления этого инструмента, звукосниматели и прочее все, скрипка может перекрыть, в общем-то, даже духовой оркестр, если надо. Вопрос другой, опять же, будет ли этот человек играть с чувством свинга? Ну, конечно, остальные элементы выразительности, музыкальности, оттенки, форте, пьяно и так далее, обязательно присущи и для джазового музицирования. И, конечно, наличие техники и владение инструментом здесь играет огромную роль. Но, повторяю, без свинга и без этого ощущения этого ритма и ощущения звука это не будет джазом. На этом я хочу вас поблагодарить за внимание и слушайте джазовую скрипку.